Во второе воскресенье сентября Саратов отметит 425-летие. Ко дню города во всех районах регионального центра пройдут массовые мероприятия. А вот чего желают саратовцы любимому городу, узнала наша съемочная группа. Я поздравляю всех саратовцев с днем города. Вот, желаю, чтобы они не покидали его. И желаю всем здоровья, мира и добра. Желаю процветания городу, успехов. Много, чтобы люди всегда были в достатке и чтобы было чисто. Хочется сказать всем саратовцам, кто любит его, кто родил здесь, вырос, работает, живет, стараться сделать город еще красивее, чтобы оставить его самым красивым городом Поволжья. Чтобы больше было у нас туристов, чтобы появлялись новые места, куда люди могут приезжать, любоваться нашим городом, чтобы он становился чище, богаче, развивался. Ну, самое главное – дальше цвести города, самое главное. Чтобы он становился все краше, чтобы наши жители были счастливы, чтобы хотелось сюда приезжать, в этот город, и жить здесь. Так, желаем, чтобы наш город был оставался таким же чистым, хорошим, в нем всегда приятно жить, мы очень любим Саратов. День города у нас уже в первом месяце осени, поэтому главное – хорошая погода. Пусть всегда будет ясное небо над головой и прекрасное настроение. Поздравляю город с днем города.